Доска почета – это база пиломатериалов, на которой можно приобрести в любых количествах все от рейки до строганных изделий из дерева, а также крепежи, антисептики и другие сопутствующие материалы. Доска почета, телефон 555-525. Это место происшествия, мы продолжаем. Уценил белоснежную «Тойоту» водитель «Универсала» на улице Профсоюзной. Он ехал на красный сигнал и не тормозил. Детали аварии в рубрике «Видеорегистратор». Будничная ситуация в один момент превратилась в ДТП на перекрестке улиц Профсоюзной и Володарского. Водитель белой «Тойоты» уверенно проезжал прямо на зеленый сигнал. Также уверенно и прямо ехал водитель «Универсала» на красный. Красиво. Думал, что проскочит во дворы водитель «Шевроле» на улице Ленина. Он через сплошную выехал на перерез десятки и спровоцировал ДТП. Пытался обогнать на повороте Митсубиси водитель «Калины» и едва не попал в лобовое столкновение. Сильно переживал за водителя легковушки владелец регистратора на Слободском тракте. Потенциальный нарушитель не сразу понял, что нужно уступить дорогу. Что делать? Что делает? Я так испугался. Я думал, сейчас ему зарядят. На перекрестке улиц Ленина и Герцена компания пешеходов торопилась перейти дорогу. Две женщины и мужчина сначала не решались, а потом побежали на красный. Ну куда люди-то идут? Вы что, или что? Ни встречной, ни попутной машине не уступил дорогу водитель Kia на перекрестке Октябрьского проспекта улицы Свердлова. Нарушитель сохранял спокойствие и ехал прямо. Почувствовал себя свободным таксист на улице Свободы и поехал против одностороннего движения. Владелец регистратора не ожидал такого маневра, но вовремя притормозил. Михаил Вагин, место происшествия.